Что, больше никого захватывать не будете? Будем. Что, когда? Да не знаю я. Что, мы поехали в Дерибас, сказали, короче, то, что там техники нету у них. Вот, то, что они как-то проебались, типа укропы подъебались-то, короче. Разведка доложила то, что у них нету техники, они типа в деревне, короче, что-то там, ебать, вала ебали. Ну и все, нас, ебать, 3 бригады туда ебануло, короче. Ну, короче, все зачистили. Танк ебашил вдаль, по полям там, по всяким огромным, короче. А мы, короче, ну, тоже по полям, и я по домам стрелял профессионально. Ну, пора, чтобы их там не оставалось нигде. Вот, ну, короче, чистили так, типа, и это... Я смотрю, блядь! В 50 метрах дом от меня с левой стороны стоит, и там пехота побежала их, прикинь. Я, да ну нахуй, нас сейчас въебут где-нибудь слева. И все, мы, короче, начали всю площадку просто с землей сравнивать. Все дома, короче, ангары, все подряд, все здания, короче, начали хуярить. У нас разные слухи ходят. Кто-то сказал, у нас на 2 месяца в отпуск, а потом тут будет как Сирия. За 2 месяца, если тут не будет, как Сирия, то, скорее всего, назад сюда. Ну, сюда никто не поедет больше, нихуя. Не. Спасибо. Не поедем, не.